Совсем недавно я попробовала маску Амакхан доктора Ведова и была приятно удивлена эффектом. Разгладились морщинки, лицо стало сиять, лифтинг-эффект был потрясающий. Решила отказаться от ботокса. Хотела ботокс уколоть в лоб и поняла, что ближайшие полгода он мне точно, видимо, не понадобится. Сухость кожи и были проложены морщинки, прокладывались. После маски лоб очень разгладился. У меня подруга, ей 46 лет. У нее очень глубоко проложены продольные морщины на лбу. После первого нанесения маски она мне прислала фотографию. У нее намного, очень лоб разгладился. Морщин практически не было видно. Я являюсь косметологом. И решила попробовать эту маску на своих пациентах. Первое, что была приятно удивлена, так как маска является легким пилингом, плюс очень хорошо работает на пигментацию, особенно когда уже явно видны возрастные изменения. За две процедуры было явно видно, что пигментация намного посветлела. Перед Новым годом очень многие хотели похудеть, и мы делали процедуру с добавлением этой маски в Амакхан. Результаты были потрясающие. И помимо всего прочего, эстетический вид улучшался, еще и внутреннее состояние. То есть и суставные боли проходили, и там начальные простудные вирусы, то, что вот, имело место быть, у людей тоже проходило, кашель даже проходил. Вот все замечают, что состояние улучшается, настолько прям вот легкость, эстетический вид улучшается. И если вот есть начальной стадии какие-то заболевания, вирусные, допустим, то это все в принципе проходит. На следующий день встают как огурчики, побежали, выполняют двойную норму на работе. Мои пациенты очень довольны.